Привет всем! Сегодня у нас распаковка мяса штативом. Посылка всего лишь одно растение, поэтому распаковка будет быстрой. Так, коробочка. Хорошо упаковано. Видно, человек занимается растениями. Да, очень красиво упаковано. Неожиданно. Красивую бумагу. Еще написано спасибо за заказ. Эту посылку я выиграла в аукционе. Ну как выиграла? Купила. Купила очень недорого, на мой взгляд. Дальше. Как красота. Очень хорошо все упаковано. Это монстера тайской созвездия. Блин, как я давно ее хотела. Очень-очень сильно. Мне кажется, в каждой больнице должен быть хлорофитум. У каждого цветочника должно быть тайское созвездие. Напишите, у кого он есть, как он вам в уходе. Прихотливый, неприхотливый. И очень интересно, цветочник, у кого его нету. И кто о нем мечтает? Нету и мечтает. Ага, он тут еще в стаканчике. Все так упаковано прям вообще. Стаканчик в стаканчике. Еще в стаканчике. Вот тут пучок корней. Не вижу. Видно вам, нет? Вот пучок корней. Этот лист какой-то подпорченный. Это первый лист. Ой, ничего не показываю. Вот. Подпорченный, но этот... Блин, какой он красивый. Он классный. Вообще шикардос. Да, с Альбой не сравнится. Да. По-моему, это самое дорогое растение у меня в коллекции. Присуждается ему звание. При том, что купила я его не очень-то и дорого. Все, поздравляйте меня. Принимаю поздравления. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.